Анатолич, подбросишь? Да вопрос снился один. Мишка, а ты что, до сих пор еще не разгрузился? Отдает, а? А ну дыхни. Алексеевич. Дыхни. Ну ладно, Валюха, ну харе, ну. Еще харе, еще хватит, хватит. А если б тебя посадили? Да это я про попрощаться ж на полчаса. Да нахрена ты вообще ее трогал? Ну попрощаться хотел. Ой, ишь ты, глядите, сиди бедальный какой нашелся. Мы тут думаем, что он завод поехал палить, а вот попрощаться вот хотел. Чему завод палить? Чего? Валь, Валь, не очень с ним. Что? Ничего, жив будет. Ярина надо палить. Завтра ты пойдешь искать у меня работу, ты понял? А то на всякую дурь времени хватало.